холодный кофе. Нет, нельзя, тогда иди на стол. Сережки? Да нет, ты кушай, я потом сережки поменяю. Поменяем сережки. Очень много сережек у нас, а мы забываем их менять. Вот эти лапки, когда трясутся, они звенят у уха. Но мы не слышим. It is a violet doll. Violet doll. Violet — фиолетовая, doll — кукла. Violet doll. Я не слышу. Violet. Violet doll. It is a green train. Зеленый поезд. It is a yellow block. Желтые блоки. Да. Лучший подарок, который мог нам сделать мастер вчера, это все это организованно убрать. Он не мыл пол, но явно подметал его. Здесь он все сделал так, чтобы удобно стояло. Тёма еле-еле открыл дверь. Не знаю, как открыли, я так и не спросила. Как-то открыл дверь, ручку заклинило. И все забрали грузчики из Петровича. Что осталось? Вот это мешок мусора. И вот сюда он отнес. В принципе, немного осталось. Вот эти бедра выкинуть надо. Они тяжелые, но не безумно. Ну, короче, я не могу поднять. Поднять могу, нести не могу. Вот это... Кажись, что-то я не понимаю, пока не смотрела. Надо разбираться. В общем, это немного места занимает в комнате. Все довольно прилично, можно помыть. В этой комнате из-за того, что это все стояло, конкретно пахнет стройкой. Сейчас я сюда сложила все лишнее. Сегодня разбираться не буду. Заменила, господи, покрывало. Потому что оно белое было, и все в пыли, хотя незаметно совершенно. Так, я тут усиленно проветриваю. Смотрите, погода шикарная какая. Тёма спит. Сейчас почти 11. Оттуда дует, кстати, ледяной ветер совершенно. Я сяду на диван. Сиди. Вот он чистый, на нем можно сидеть теперь. У Вики два хвоста. Да. Сейчас мама пойдет мыться. Мне надо помыть голову обязательно. Иначе я буду плохо себя ощущать. Мне мало та квартира. Та квартира, но не выдумывай. Там черный кафель на полу был. Нет, мне нравилась она очень. А мне это нравится. Отставить грусть, отставить. Мне туалет моется, и там нравится. Давай зрителям покажем, как туалет получился. Так, вот он все доделал. Повесил, наконец-то, он наш поручень. Это как будто бы этот самый. Кстати... Я сейчас подумала. А он теперь опять не греет. Он же с ним грел. А теперь опять не греет. Что? Автотрасс не было 3 стучки. Да, вот он вчера сделал 1 лючок, 2 лючок, потолок освещение сделал. Как показать? Да. Ну, вроде все видно. Так, вот такие интересные кнопки в этой инсталляции. Прям она очень... Шумно и очень много. И вот тут еще больше воды. Так. Вот все такое хорошенькое. Как-то он так закрывается, что не падает, короче говоря. Я не знаю. Это что такая функция? В общем, он это сам все выбрал. За лючком находится огроменный водонагреватель. Я еще не снимала ни разу, но он мне сказал, что это легко. Да, похоже, что... О, спрятался. Кажется, он 80 литров. Он заехал, купил где-то магнит, и это стоит на магнитах. Вообще, сейчас вот с вами протестировали, одной рукой открывается. Это идеально, потому что я ему сказала, что нужна ручка. Он такой, ну что вы, какая ручка?
Ну, он такой весь модный, никакой ручки. Тёма сказал, что мастер в конце сфоткал. А мне он вообще сказал неделю назад, а что фоткать? Вот, сфоткал, потому что использовано 3 вида кафеля, это необычно. Ну, вроде не деребас получился, да? Повсюду бумага. Полотенцесушитель выполняет функцию поручня. Он так высоко, потому что так удобно Тёме. И каждому инвалиду удобно по-разному. Не надо думать, что какому-то инвалиду тоже так должно быть удобно. Нет, у всех разные возможности. Ну, вот кафель такой. Я еще не мыла здесь, поэтому вот тут это от розовой затирки все дает немножко развязну. Вот он явно пытался, ну, не очень сильные разводы, не такие, как вначале. Он пытался, но он не обязан ничего мыть. И так, это, по-моему, идеальный мастер, который за собой убирает. А теперь я спасу Котям тебе. Знаешь, что сейчас точки укрепленные убрали, которые... Да, крестики убрали, совершенно верно. А зачем? Потому что они были временные, чтобы кафелинки между собой не слиплись. Вот. Вот в использовании так все выглядит. Если я сюда еще не заходила, не прибирала. Вчера тут было... Тихо, хомячок у Тёмы. Если я еще не заходила, то так. А вчера... Ну вот, то есть еще тут пятна остались. Вчера, когда я пришла, она была рыжая от затирки. Я честно испугалась, что она не отмоется. И вот, кстати сказать, я мыла-мыла. Но тут еще пятно не отмылось. Ну, вам не видно. Вот это все было в оранжевых пятнах. То есть он, наверное, мыл эти тряпки. Вот Тёма говорит, что он ушел вчера где-то в 6. Это типа самое позднее. Ну, 3 дня он работал до 6, короче говоря. Смотрите, какая пыль. Значит, вот это все опять белое. Так, мне нужно срочно звонить уже по поводу тортика. Сегодня у нас гости дома. Очень много людей болеет. Вчера... 3 детей отменились, и я им нашла замену в последний момент. Сегодня тоже сколько-то отменились, даже не понимаю, сколько. У одного мальчика мама болеет, у другой девочки, у нашей троюродной сестренки соревнования по растяжке 2. Забыла, кто-то еще. Короче, все отменяются на ходу, но сегодня я никаких замен делать не буду. Мне не нужна наполняемость арендованного игрового домика, поэтому... Сегодня приедет, кажется, 3 гостя в результате. Наш друг Миша, наша троюродная сестренка Миленочка и еще приедет Сонечка, это дочка моей подруги, хотя Сонечка старше их. Но они знакомы, хоть и не часто видятся, может, раз в полгода. 3 гостя плюс моих 2 – это 5 детей, ну и взрослых, соответственно, тоже где-то 5. А торт я заказала очень большой. Я заказала торт впервые в жизни. Никогда не было возможности заказать торт, пока мы жили с Марселем. И последние 2 года тоже мне было никак не выкарабкаться. Сейчас вроде как я нормально на плаву, на нашем нормальной такой минималочке. Такая крутая, на ногу решила опереться. И я заказала торт у мамы моего ученика. 1100 за килограмм. Я заказала 2-килограммовый торт. Я думала, честно, будет больше гостей. Вот. Поэтому я заказала такой торт. Но уже отменять ничего не буду. И я попросила торт не вот такой высокий, как обычно заказывают. Очень неудобно, когда режут эти высоченные куски, кладут детям на тарелку, дети не доедают. Я попросила сделать торт большой. Но она не русская, и мы переписывались. Я не знаю, хорошо ли она меня поняла. В общем, это низкий торт должен быть, но большого по диаметру. Я как могла, просто ей объясняла. Это мама моего мальчика из Киргизии. Мы с ним то занимаемся, то не занимаемся. Сейчас мы уже не занимаемся 2 месяца. И я очень боюсь, что наши труды напрасны. Надо не прекращать. Они ему не могут помочь с русским языком. И у него все очень плохо. Можно у меня будет тихий час? Конечно, можно тихий час. Прямо сейчас, что ли? Ого, ну ляг, поспи. Ты, наверное, уставшая после вчера. Хорошо. Я думала, ее придется... уговаривать лечь в 12 или в час, она уже в 11 хочет. Так что из Киргизии женщина, и она научилась печь торты. Может быть, вы помните, 8 марта у нас был такой тестовый маленький тортик, она нам подарила, малюсенький, чтобы дать нам попробовать, как она научилась. Послушайте, она училась, 1 день курсы длились. И это такой вкусный торт, что я ходячая реклама.
Это такой вкусный торт. Ну, Даня, по-моему, его не ел. Даня ничего не ест, только торт-сказку. Это что-то умопомрачительное. Я захотела на заказ, и она мне обещала. Не знаю, справится сегодня или нет. Она сегодня, ну, ночью или вечером увидела фотки, что мы уже отметили, и подумала, что, ну, не нужен торт. И она ночью написала: вы уже отметили? А я ночью сплю, и я не прочитала. И я ей сказала только сейчас, что да, мы все равно заказываем у вас торт, у нас еще дома день рождения. Вот, но не знаю, как она успеет. Мне очень нужно, чтобы этот торт кто-то привез, потому что доставку торта я никак не хочу заказывать, я не знаю, как его довезут. Вот, ну что, ремонт закончен. Слушайте, крайняя степень истощения. Я даже вчера вам ничего не могла рассказать. День рождения прошел прекрасно, тихо, в домике, который арендован, тишина. Я боялась этого шума и громкой музыки. Ничего этого нету, все прекрасно, и мы хорошо сидели. Немножко вот смущает такой момент, что эти родители мне не знакомы были. Мы должны были сидеть и друг другу улыбаться. То есть одна мама вообще шла по залу, а ее мальчика привел брат. И она идет, и мне Маша говорит: я мама такого-то мальчика. Вот мы познакомились. И потом, как мы должны внезапно, мы все очень разные. И был один папа, вот, и была у нас представитель родительского комитета, с которой у нас были нормальные такие терки в чате. В общем, ну, мама из родительского комитета, она очень такая, ух, все четко, ясно села, все разрулила и с меню, и с разговорами, с темами, все, ничего не стеснялось. Ну, в общем, такая у нас, ух, я не смогла быть в родительском комитете. Вот. Короче говоря, вот этот момент был немножко сложный, но мы недолго были за столом, мы все ходили, и потом дети наигрались, и многие уехали в 8, раньше 8 даже. Поэтому уехали, и, собственно, осталось где-то 2 ребенка. Потом приехала моя подруга почти что к 9 с мальчиком, с которым мы не видимся, а только по телефону слышимся, он постарше нас. И уже вот такие, начиная с 9 вечера, были такие семейные уже посиделки. Вот, все ушли, остались вот у нас Даня, Вика и друг Егор. Ну, друг, с которым они, я повторяюсь, видятся, ну, вообще не видятся. Может, прошлым летом виделись один раз, мы на электричке с ними прокатились. И когда у нас была дача, мы виделись. То есть они не видятся, но они говорят по телефону, по видео и друг друга имеют в виду все время в разговорах, потому что это моя подруга, и мы каждый день болтаем по телефону. Так что вот после 9 начались посиделки. Но мы очень поздно ушли, и мы очень устали. Дети засыпали в машине, я кричала: не спать, не спать, не спать. Вот. Что касается детского дня рождения, я пронесла туда незаконно литр морса, долила его. В сумме мы потом с Данечкой посчитали, сколько было выпито. Было выпито 8,5 литров. Из них 7 литров морса и 1,5 литра воды. Дети хотели воды. Никакой морс они не хотели, оказывается. 8,5 литров напитков. Сначала я заказала 3 пиццы вот заранее и 2 горки картошки фри. Почему-то они не хотели ее есть. Может, она невкусная. Мы и сами ее съели. Не знаю, что случилось. Они не хотели. Взрослые съели. И потом я докупала. Я докупала пиццы, докупала морсы. И получилось, что аренда домика 6400 на 8 детей в Хлоптопе. Торговый комплекс Норд. 6400 аренда домика, в которую нельзя приносить напитки. В этот домик нельзя приносить еду, только фрукты. Нельзя самому украшать. Какой-то бред. Нельзя повесить шарики. Шариков так и не было. Вот. И, господи, шарики. Шарики были дома желтенькие. Вот. И потом пришлось 6400 аренда. 3400 вначале заплатила за еду. И уходили, заплатила еще 300. То есть 6500. 13 тысяч вышло на вот этот праздник, 13 тысяч, и это очень дешево для Петербурга. Кто меня смотрит в Петербурге, все поняли, что это вау-вау, как круто.
кто смотрит из других городов и деревень, вы сейчас подумаете, что это какое-то богатство, 13 тысяч на праздник. Нет, ребят, у меня еще ни разу не выходило 13 тысяч на праздник. В волшебной миле было гораздо дороже. И на Данин, на Викин день рождения, в Хлоп-Топе тоже. Мы не делали, давно не делали день рождения, но другие, кто делал, очень дорого. Торт мы не делали вчера, потому что принести торт свой тоже удовольствие платное. Ты должен заплатить 500 рублей, чтобы принести свой торт. Какой-то бред. Можно заказать торт у них, но мы не знаем, какой торт, поэтому мы не рискуем. Все, ребят, я пойду мыть голову. Буду сейчас организовывать доставку торта. Вот. Всех люблю. Сегодня мельком покажу гостей, конечно же. Ремонт закончен, надо мыть. Я мыла вчера весь день. И когда он убрал вот это, дети уже побегали, еще надо мыть. Мыть голову, мыть пол. Вот. Сегодня еда будет очень простая. Дети попросили сосиски. Я сделаю сосиски и рожки, и торт. А для взрослых как пойдет? Может, пиццы закажем? Не знаю, что будет. Вот. Спасибо, что вы со мной. Ставьте лайки. А, подарки. Значит, я сказала родителям, можно подарить в конвертике. Кто меня спросил, я так сказала. И сейчас мы пытались понять, кто что подарил. И, короче говоря, кто-то подарил только подарок, кто-то подарил только конвертик. А трое подарили и конвертик, и подарок. Я в шоке. И это очень-очень что-то большие деньги. Подарили 2000 в конвертике плюс огромный подарок. Я что-то под впечатлением. Я никому не дарила 2000 никогда. Это как-то много. Я 1000 всегда дарила, и то давно это было. Вот, так что очень были щедрые родители, хоть и незнакомые. И всем сказала на ноутбук. Поэтому сейчас в конвертик положено 6000 на ноутбук для Данечки. И 1000 рублей послала знакомая, которая не пришла на праздник. Очень неудобно, но она так захотела. Говорит, это для Данечки на подарок. И 500 рублей прислала зрительница, тоже Данечке. Итого у Данечки на ноутбук уже накоплено 6000 в конвертике. И 1500 я сделала накопление в приложении в банке. Сделала накопление, конвертик, и там 1500. Так что дело движется, у нас уже 7500 на ноутбук. Так, сколько стоил ремонт, ребят? Ой, ребята, ну я вам должна сказать, сколько стоил мастер. Он стоил 170 тысяч. Сразу он сказал, это цена за ванну, за то, что он сделал полностью. Плюс он поднимал пол, это заняло несколько дней. Он поднял пол, ступенька. Посмотрите предыдущие видео. Этот ремонт длился ровно 3 недели, чтобы вода утекала в пол. Чтобы вы понимали, вдруг кто-то не понимает, она не утекает в пол. Там труба, она утекает в трубу, а то уже, оказывается, многие думают, что у нас вода в пол течет. Вода течет в трубу. Вот чтобы это все сконструировать, все это сделать, все это он сам купил, установил, электрику провел, проштробил, сам это все сконструировал, все сделал, повесил. Это он заранее сказал цену 170 тысяч за его работу за 3 недели. То есть человек зарабатывает около 50-55 тысяч в неделю. Вот так он себя оценивает. Плюс он заказывал все стройматериалы самостоятельно, принимал, решал все сам. И туалет 55 тысяч ремонт туалета стоит. Не падайте в обморок. Я никогда не видела такого качественного работника. Ровно 5 дней ушло на полный ремонт туалета. Все содрать полностью, демонтаж. Полностью положить плитку, сделать потолок, как и тут он сделал потолок, установить инсталляцию унитаз, это механизм, который внутри стены, установить водогрей, 17 минут болтаю, водогрей, все это подключить, повесить поручень, все это измерить и сделать, как нам удобно, 55 тысяч, то есть 170 плюс 55, его работа стоила 225 тысяч за месяц. Чтобы вы понимали, у меня нет таких денег. Это деньги, оставшиеся от квартиры. Я искала квартиру дешевле, чтобы у меня остались деньги на переделку ванной комнаты.
Ну, туалет мы не планировали, но уже как пошло и сделали туалет. Так что 225 тысяч стоила его работа. Я не буду вам называть стоимость полного ремонта, потому что такие цифры не произносят вслух. Это какие-то ненормальные цены. Я только вам скажу, что это самая дешевая мозаика по 72 рубля. Это самый дешевый кафель. Вот это все, этот кафель вышел на 20 тысяч рублей в ванну. Дешевле нету в Петровиче. Безумно дорого стоило поднять пол. Здесь огромное количество мешков с цементно-песочной смесью. Вот это очень все дорого. Это все ужасно дорого, хотя это куплено на Авито. Это самое дешевое из самого дорогого. Самое дешевое из самого дорогого. Петрович. Можно в салоне купить такие штучки. Они будут дороже. Это куплено тоже на Авито. Это второй по цене регулятор для теплого пола. Чтобы вы понимали, это несколько тысяч. То есть это все самое дешевое стекло, которое я долго искала. Поэтому вы запомните, что 225 работа за ванну и туалет, а какие у вас будут стройматериалы, мы не знаем. И если это будет чуть дороже, чем самое дешевое, ребята, готовьтесь. Это просто натуральный инфаркт. Это ужасно, ужасно дорого. Таких денег у нас никогда не было и не будет. Это деньги, вырученные из квартиры. Я надеюсь, я дала вам полный развернутый обзор ремонта. Кто не посмотрел предыдущий месяц на это все наш ремонт, хотя не очень регулярно я показывала, но старалась. И дай бог всем, чтобы был такой организованный, пунктуальный ремонт и чистый. Но, ребята, я мыла месяц, без перерыва я мыла все время, потому что дети бегают. Если бы мы жили в другом месте, можно было бы просто месяц не мыть, а только вывозить мусор раз в неделю и заказать клининг один раз. Но так как мы тут живем, нам пришлось все время мыть и поддерживать чистоту. Тёма сказал мастеру: извините, моя мама любит чистоту, потому что мастер слышал, как я ору на детей, как я тут их гоняю из-за бардака. И мастер сказал: да, я никогда не видел, чтобы за мной начали мыть пол раньше, чем я начал сверлить. Ну, я с первого дня мыла. Он говорит: не мойте. Я говорю: ничего-ничего. Он тут ходит, я тут мою. Он тут ходит, я тут. Так что все было довольно чисто. Всех люблю. Все, пока-пока. Ремонт закончен. Ура! Да, телефон Николая я вставлю в это видео, надо не забыть. Потому что, извините, кто просит его телефон? Вы пишите мне на почту. Я не проверяю почту. Ребят, пишите здесь, в Ютубе, пишите ВКонтакте. Я не проверяю почту. Там в день засыпается столько писем спама, что я просто не нашла ваше письмо. Кто мне писал, я не знаю, от кого это письмо. Я не знаю, как его найти. Там все реклама. Вот так, десятки писем в день рекламы. Я не пользуюсь почтовым ящиком. Только если меня прямо заставляют что-то связано со здоровьем или там работой. Ну, это вообще... Я всем говорю: нет, нет, никакого почтового ящика, никакого. Я здесь вставлю телефон Николая, говорить ему от Анны из Парголова, но я думаю, он не даст никакой скидки, просто скажите ему, что вы по рекомендации, он будет понимать, от кого вы. Вот. Но он очень тщательный, я думаю, он не будет делать работу дешевле, чем он делает. Вот. И, в принципе, я ему, наверное, очень завидую. Мне бы так назвать такую цену за свою работу. Все, побежала. Я еще такого не встречала. Голову. Вон. Какой? Вот, наверное. Копсогнат. У нас жил Копсогнат. Вот он. Да, по Европе топали тоже. В Америке много. Что-то у нас немного динозавров было. Смотри, тут пусто. В России было мало динозавров. Смотри, ничего себе. Вот это Галя подарила, да? Очень круто. Вика у нас спит.
уже. Тёма спит еще. Даня моет пол. Мама пытается уйти наконец-то. Помыть голову все-таки. Да я пойду, как только ты телефон схватишь, и вся уборка прекратится. Угу. Так, 13:30, мы ждем торт. Я смогла убрать только кухню, больше ничего. Рукой отодвинь. Попробую сейчас вымыть прихожую. Может, все-таки получится. Я не уверена в чистоте, поэтому я нашла вот тапочки. Мокрая тряпочка. Все это типа белое, но это все абсолютно пыльное. Придется сейчас все-таки вытирать. А, ну реально готова только кухня. И я. Но я не накрашенная, до этого дела не дойдет. Викочка почему-то поспала в тихий час, ровно 2 часа. С 11 до часу. Видимо, у нее переутомление от праздников. Сосенки сажают, молодцы. Вымота. Во сколько ждала? В 2. Ну, сейчас приедут все вместе. Идем с We are ready to eat. Одевать? Одевай, если хочешь. Да, мы решили, кто хочет, тот одевает. Даня, посмотри, давай тебя сфоткаем с тортиком рядом. Приподнимись чуть-чуть. Мам, а знаешь что? А давай мне... Так, загадываем желание. Давай, Даня. Я тебе далеко, да? Давай. Я помогу. 3, 2, 1. Дуй, дуй. О, не задувается. Ура, хлопаем. Да, тебе большую тарелку. У меня просто тарелки все грязные. Накладывай. Анечка молодец. Быстро режет оливье. И быстро готовит роллы. Так, вот так проходит теперь детский день рождения. И что это значит? Расскажите мне. Мы играем. Это ладужные друзья. Ну туда, туда, ляг обратно. Это ладужные друзья. Там еще 4 года. И какая цель этой игры? Ну, надо не попасться. Так вы в одной комнате или вы где? Мы вместе играем. Так вы в одном доме или где? Мы в одном доме. Смотрите, что делается, Галя. Они в одну игру сейчас играют вместе. Класс. Я ничего не понимаю. Слушай, у вас тут целый детский сад. Ну уж, конечно. Нет, я имею в виду... Игровая, да. Жги. Я, видимо, сидел. У меня тоже дома диван в одном месте. Сейчас он покажет Руслану. Ничего себе, вот это да. Что он умеет? А стрелял же, нету этих стрел-то каких-то? Стрелы-то какие-то были. Он все понимает. Когда я не меня, он отвернулся. Поехал в другую сторону. Я тебе перешлю потом. Перехожу в режим повторения. А еще какие функции? Едь назад. +23 градуса. Нет. Он иногда не хватает. Вот, услышали, видимо, про сигнализацию. -то. И мы в глазок-то так смотрим, а двери-то все равно у нас было две. Хоть у нас они были обычные двери. И мы, значит, эту дверь-то внутреннюю открыли, а наружную-то смотрим в глазок.
А там темно, лампочка выключена. Они еще лампочку включили специально, чтобы не было видно. А у детей были сосиски с макаронами. Целая кастрюля. Все давно съели. И часть детей... А нет, один гость только ушел. Тут домыла. Я перед вами за 5 минут домывала. Я мыла без перерыва. Еще двери, стены, вот это все. Зеркала помыла. Вот эти двери не помыла, они белые.